Преступный бизнес. Полицейскими Хакасии задержаны мужчины, подпольно торговавшие медикаментами для изготовления наркотиков. Кроме того, к набору ингредиентов для производства смертельного зелья они выдавали покупателям подробный рецепт. Каждому набору идет инструкция. На этих листочках подробный пошаговый рецепт приготовления страшного наркотика, в народе именуемого как крокодил. Такой рецепт организаторы преступного бизнеса выдавали каждому клиенту. Подпольную торговлю вели прямо с колес. Этот автомобиль – настоящая передвижная аптека. Приобрести в ней можно было даже те препараты, которые должны отпускаться строго по рецепту врача. Вот только покупатели лекарственных средств нуждаются не в лечении, а в дозе наркотиков. Здесь все, как говорится, в ассортименте и на любой вкус. Кодеина, содержащие препараты, таблетки, ампулы, шприцы, маковые зерна и растворитель. Такой передвижной наркомаркет организовали два молодых жителя Хакасии. Ингредиентами для изготовления наркотиков преступные предприниматели торговали в разных районах Абакана, прямо из автомобилей. Их задержали сотрудники наркоконтроля МВД Хакасии и бойцы спецотряда «Гром». А вообще что продавали? Ничего. Ничего? Задержаны за что? Не знаю. Ну здесь вы по какому поводу находитесь? Ну что-то нашли в машине. А что это? Полицейские изъяли у задержанных более сотни упаковок таблеток, десятки флаконов с каплями, шприцы с жидкостью, бензин, ацетон, растворитель, маковые зерна и более 30 тысяч рублей выручки. Подпольные предприниматели в скором времени будут привлечены к ответственности.